Камамбер, халуми и даже симбирский трюфель – все это дома производит ульяновский фермер. До 400 килограммов кисломолочной продукции ежедневно уходит на созревание, а позже попадает на прилавки магазинов. Свой секрет сыроварения Константин Леденев раскрыл нашей съемочной группе. Все ингредиенты натуральные и знакомы каждому. В сокровищнице Константина Леденева сырная гармония. Например, здесь созревает будущее кочета. Итальянский деликатес необходимо нагреть до 34 градусов. Плюс-минус 2 градуса и получится совершенно иной сорт. Где-то есть специальные закваски, вносимые в молоко. Где-то есть, что нужно плесень внести. Технологии, да, у всех сыров разные. Но хороший сыр должен зреть, признается сыродел. Для каждого сорта свой срок. За это время продукт обогащается особым вкусом. Раскрыть и соблюсти нужную рецептуру удалось после многолетней работы и стажировок у опытных сыроделов. Сегодня в арсенале Константина десятки сортов – от классических до камамбера. Все сырье от местных фермеров. Перед приготовлением молоко проходит проверку. Определяется уровень жира и белка. От этих показателей как раз и зависит качество сыра. С уходом с рынка зарубежного продукта спрос на местные халуми, бри и камамбер возрос. А скоро фермерские сорта появятся на прилавках магазинов Ульяновска и Тольятти. Туда мы будем поставлять продукцию под этих торговой маркой, это зеленая линия, что позволит нам расширить ассортимент продукции и доступность его у потребителя. В домашнем цехе Леденева все делают с душой. И сыр сварят, и упакуют, и доставят. Главный секрет успешного дела – то, что оно любимое. Марина Тимофеева, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск из Новомолоклинского района.